Заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине подтвердил, что Киев наращивает армейское присутствие в буферной зоне в Донбассе. Наблюдатели фиксируют увеличение там числа военнослужащих. В самопровозглашенных республиках называют все происходящее пассивным наступлением. Таким образом, Киев уже занял 7 населенных пунктов. Об этом в Минске на заседании контактной группы по урегулированию кризиса сообщил полпред ДНР Денис Пушилин. При этом в ходе консультации были согласованы первые 5 участков в Донбассе, где в ближайшее время начнется разминирование. Сегодня переговоры продолжатся. Политическая подгруппа будет обсуждать проведение выборов.